Самые талантливые руководители и активисты студенческих медиацентров вузов России и молодежных СМИ собрались в Москве на одной площадке. Их объединил второй Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения. Наш телеканал не смог остаться в стороне. Команда «Универ ТВ» приняла активное участие в этом масштабном мероприятии. В здании МГУ имени Ломоносова на факультете журналистики прошло все открытие. На открытии присутствовали известные медиа-специалисты. Напомню, на этот конгресс съехались ребята со всей России. Масс-конгресс дает возможность узнать последние тренды в сфере медиа от профессионалов, обменяться опытом с коллегами, освоить механизмы продвижения молодежных медиапроектов. А также посетить мастер-классы и пообщаться с такими известными людьми, как заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Петром Толстым, заместителем главного редактора телеканала «Россия-24» Дмитрием Кулистиковым и многими другими. Все мастер-классы проходят, как в прошлом году, в Международном мультимедийном центре России сегодня. Для участников конгресса проходят мастер-классы, творческие встречи с профессионалами ведущих СМИ, представителями ведомств сферы образования и молодежной политики. В рамках масс-конгресса журналисты посещают практические занятия в редакциях ведущих федеральных СМИ. Участники масс-конгресса размышляют на различные темы и пытаются найти ответ на вопрос, как в современном мире молодому медийщику создавать и продвигать качественный контент. Обсудили фишки какие-то, которые работают в одном регионе, ну, может быть, не работают среди другого. Интересы, так скажем, даже сумели понять самую популярную тему всех молодежных форумов, всех молодежных мероприятий – это журналистское образование. Учиться или не самоучка можно всего достичь. По традиции на Всероссийском конгрессе молодежных медиа проходит награждение лучших медиацентров среди вузов России. В номинации «Лучший студенческий телеканал» приз взял медиацентр Казанского федерального университета «Универ ТВ». Участники мероприятия – руководители российских студенческих СМИ, эксперты в сфере мультимедиа. На втором Всероссийском конгрессе молодежных медиа присутствуют 60 регионов из 110 вузов России. Собственно, мы постарались охватить максимальное количество медиа-центров России, чтобы представить здесь карту, можно сказать, того, на каком же уровне сейчас находится молодежный медиа. Мы хотим третий сделать еще больше, да, еще интереснее, пригласить туда еще больше спикеров, чтобы третий конгресс был уже по-настоящему не только российский, но и международный. Каждый телеканал общается со спикерами, организаторами, участниками и собирает весь необходимый материал для освещения этого события. Здесь все сделано для комфортной и плодотворной работы медийщиков. Анна Глазунова, Радик Загидуллин, Роман Полинсков, Универньюз.